Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор гималайской соли 100 грамм. Происхождение этой соли известно многим. Ее добывают у подножия Гималаев. Окунувшись в исторические источники, вы поймете, что самые гигантские горы в мире получились из-за столкновения двух материков Евразии и Индии. Это случилось почти 300 миллионов лет назад, и в результате магматические породы, смешиваясь с морской водой, высушивая и обогащаясь, произвели гималайскую соль. Чем же так полезна гималайская соль? Она бывает только розового цвета, не очищенная и не отбеленная, чистая и органическая. В составе ее многочисленные полезные минералы, такие как кальций, калий, магний, углерод и другие. Розовая соль широко применима в составе специй, а также в чистом виде. Смягчает мясо, делает его вкуснее, повторимым. Используют как приправу к супам, салатам, гарнирам и даже к пирогам и соусам. Страны Индийского бассейна практически не употребляют другую соль при приготовлении блюд. И, как показывает практика, живут дольше. Использование гималайской соли в косметике таково. Используйте гималайскую соль для ванн. Вы получаете целый комплекс всех необходимых минералов для нашей кожи. Расслабляющее, успокаивающее воздействие на весь организм приносит розовая соль. Она входит в состав многих омолаживающих масок и компрессов. Раствор с гималайской солью применяется с усталыми ногами и кистями рук. В составе зубной пасты розовая соль несет сильное терапевтическое действие. Отбеливает, очищает от камней и налета, укрепляет десна, обеззараживает. В медицине ее используют для восстановления работы ЖКТ. В составе масок для волос укрепляет волосы и делает их яркими. Вот в таком удобном пакетике мы отправляем гималайскую соль нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!